Доброе утро, ребятки. У нас тут... Я уже в магазин сходила с утра. Вышло опять пакет. Это нескончаемый постоянный процесс. Отдыхать, конечно, хорошо. Но возвращаемся к трудовой неделе. Вроде кушает. У нас, кстати, так ничего и не начали делать на стадионе. Кипиша навели. И никого нет. Пустой. Погода у нас сегодня не очень приятно, в принципе, как и вчера вечером. Иду с пакетом, еще умудряюсь как-то снимать. Вас немного потряхивает, уж извините. Так, не очень-то удобно. Ну что, начинаем новую неделю бодренько, с бодрости духа. Куча дел. Сейчас поедем опять с вами вместе в эпицентр. Двери нужно такие купить. На выходных мы это не сделали. Теперь я это опять буду все делать сама. Опять мы с вами в эпицентре. Я сразу иду смотреть эти двери, потому что я сейчас еще буду их подбирать. Какие там подойдут. Батька, у меня не из легких выбрать эти двери. Я с собой, конечно же, брала листик. Сейчас по листику буду смотреть, какие двери подойдут. Вот у меня нарисованный листик. Сейчас буду выбирать. Ребятки, я совсем тут запуталась. Записываю уже для себя, знаете, видео. Что тут есть ширина... 494, а есть ширина, где они тут пошире. Это узкие, вот такая вот 194. Надо, наверное, вот это вот еще раз приехать домой и все это хорошо померить, потому что я не могу сообразить. Саша, посоветоваться, пойду искать остальное по списку, потому что по дверям я не могу сориентироваться, не знаю, что не мой профиль это. Мне кажется, это, знаете, совсем не девчачьи дела. Там внизу шпаклевка. Тут профиля, которые плохо посчитал наш работник. И теперь мне приходится закупать. Ну, еще так по мелочи. Папу жду и будем... ехать домой. Все, я уже устала тут ходить искать все. Теперь самое главное аккуратно их довести до кассы. Ребятки, я уже дома. Приехала сегодня. Не знаю, мне кажется, практически никто ничего не сделал. Полдня поработал. Сказал, завтра придет. Накрутил профиля, потолок тут будет, короб. Выравнивает у нас вообще неровный потолок, под, получается, под наклоном. Ну, посмотрим завтра. И наметили мы с ним светильники, как будут. Крестики поставили. Ну и вся работа на сегодня. А еще хорошо, что папа приехал. И смотрите. Так, я сейчас вам подальше, чтобы вы видели. Приехал папа и увидел, что у нас неправильно сделанный откос. Сначала говорил, что потолок, но потолок у нас в уровень. Будут переделывать вот этот вот откос. Вот мы увидели, что он неровно сделанный. За счет этого кажется, что потолок неровный. Поэтому... эту работу тоже будут переделывать. Вот здесь будут откос переделывать. И вот здесь откос тоже. Так что, дай бог успеть все к Новому году. Знаете, я уже сегодня прям расстроилась. Хочется это все побыстрее закончить. Потому что работа не початый край. Как-то я думала, та неделя пролетела, только затянулась вся проводка. Как-то хочется все это ускорить и сделать очень
Побыстрее, побыстрее. Доброе утро, ребятки. У нас новый день, солнечный, прохладный, 5 градусов у нас. Мы с Артуриком наконец-таки вышли пройтись на нашу косу. У нас тут прям работы полным ходом. Куча техники. Все, яхт-клуб. Все строят, строят его. Расстраивают. Работают. Артуру нравится, когда работают такие, да, большие машины. Утеплились. Доброе утро, поближе я. Такое солнышко замечательно светит. Я забыла одеть шапку, поэтому спасаюсь капюшоном. Синяки под глазами. Видно, что я уже утомилась. Сыном. Довольный, да? Довольный, что мы вышли прогуляться. И смотрит, наблюдает за машинами. Буду вам снимать нашу природу. Поговорю с вами немножко. Спасибо большое за просмотры. Поняла, соскучились за Юлей. Все были рады видеть. Но на самом деле я тоже была очень рада видеть. Давно не виделись. Поэтому вечер был отличный. Просто замечательный. Надеюсь, скоро мы его повторим. Этот вечер. Обязательно как-нибудь еще встретимся. Мы толком и не пообщались, потому что же были увлечены в игру. Ой, прям сегодня солнечно. Поэтому спасибо вам большое за ваши комментарии. Прям, как они радуют сердце, греют душу. Хорошие, приятные комментарии. Конечно, всегда их приятнее читать, чем какой-то негатив. Поэтому побольше таких вот светлых и добрых комментариев. Мы отвлечемся немного от нашего ремонта. Подышим свежим воздухом. Правда, не знаю, насколько он здесь свеж. Рядом дорога. Но всегда мы здесь гуляли с Артуром с самого маленького. В надежде, видите, много всегда с колясками гуляют. В надежде, что все-таки свежий воздух здесь присутствует. Я сегодня прям подумала, что если бы не ремонт, то я бы уже начала наряжать квартиру к Новому году. Ну вот реально, кто-то меня не поймет, кто-то поймет. Но вот это вот предвкушение праздника новогоднего, вот само, когда готовка, украшения, вот это вот поднимает какой-то новогодний дух, настроение. И вот его ты ждешь больше, чем самого, скажем так, Нового года. Как-то все вот это вот подготовка, а потом уже как-то оно все обыденно. Но вот это вот подготовка, украшения, там что-то там ты придумываешь, думаешь, как ты хочешь украсить, какие-то новогодние красивые игрушки. Все это как-то добавляют красок и яркости в жизнь. И вот подготовка я люблю даже больше, чем сам Новый год. Напишите в комментариях, кто-то уже поставил хоть какой-нибудь декор. Ну, елку вряд ли, это, конечно же, прям нереальное что-то. Это очень рано, я согласна. Ну, может быть, кто-то где-то что-то уже, какой-то декор новогодний поставил. Сегодня разговаривала с рабочим и говорю, пожалуйста, давайте уже поскорее все закончим, потому что нам еще с мамой обои клеить, потом еще Саше пол делать, и хочется все это успеть месяц до Нового года, но хочется успеть за 3 недели, потому что ну, как-то неделю оставить на более приятную подготовку. Уже даже задумалась о том, что может надо ехать шторы заказать, чтобы когда все уже... Потому что шторы это же тоже время. Поэтому когда все это уже подойдет к финишной прямой, чтобы у меня просто уже все было готово и просто мы
все быстренько за день, за два развесили, поставили на места. Ну, прям до идеала, конечно, не доведем это, я и не надеюсь, но хотя бы что-то. Потому что я задумалась о том, что я все-таки хочу перетянуть диван. Новый не хочу, меня этот вполне устраивает, вообще он большой. Не знаю, с большими коробами, где можно прятать постель, вообще все абсолютно меня устраивает. Но, естественно, после ремонта пыли, хоть мы его и накрываем, но нужно что-то с ним будет сделать. Либо химчистку какую-то, либо хочу вообще перетянуть, думала по цвету. Хотя серый мне идеально подходит, но вот либо серый, либо бежевый. Может быть, просто светлее серый. Поэтому, не знаю, вот вопрос с диваном, может быть, вопрос с диваном и нерешимый до нового ухода. Ну, понятное дело, что не все, конечно, идеально не будет, но что-то. Артур, куда? Вообще, иду, вот знаете, и надо наслаждаться моментами. Ушли дома от этого всего. Потому что дома опять пылят, делают потолок, опять пыльно, мусор. А вот идешь по улице, солнышко светит, небо такое красивое, смотрите, ну прям очень хорошо на улице. Даже не очень и холодно. Даже раздумываю, что после ремонта, возможно, ну, возможно, мы кого-нибудь заведем. Или котика, или собачку, не знаю. Ну, в общем, кого-то не хватает в доме. Все-таки хочется кого-то завести. Еще одного члена семьи. Маленького какого-нибудь. Да, сын? Сын любит животных, поэтому ему эта идея очень понравилась. Смотрите, я говорю, что рано. У нас уже лампочки вешают. И скоро будет красиво гореть огнями. Давай, сынок, идем. Так приятно, знаете, только что с сыном заходили. Хорошо, когда есть бонусы. Взяли мусорные пакеты. Не мусорные пакеты, а пакеты для пылесоса. А у меня еще оказался приятный бонус. Ну, то есть были бонусы на счету. И я даже за них ничего не заплатила. Еще даже бонусы остались. Можно еще идти брать пакеты. Мы просто их сейчас очень быстро израсходуем с этим ремонтом. Пыль надо часто менять в пылесосе, этот мешок. И то я уже, спасибо зрителям, сначала подметаю, мою. И уже только в каких-то труднодоступных местах пылесосом эту пыль собираю. Потому что напугали, что пылесос может загореть. Ой. Фу, хорошая у нас прогулочка получилась. Скоро у нас тут тоже огоньками проспект загорится и будет очень красиво. У нас наконец-таки сделали... Артур, я вижу. Наконец-таки сделали короб, пока весь так... И такая разбежность огромная. Здесь уже, а там пошло шире. Такой неровный потолок у нас. Теперь будет равнять. И потом еще здесь будет натяжной потолок, поэтому этого неровности не будет видно. Такой кора будет по периметру. Вот это только за сегодня, что сделали, это короб. Что, до завтра. Всем хорошего вечера. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я немножко устала сегодня.